Здравствуйте, ребята. Здесь Майкл Чиник. Будет для канала Егора снимем видео, как сделать упражнение с помощью прибора VersaClimber. Как сделать поправку. Можно посмотреть чемпион. Чемпион будет вступать через 5 дней. Как мы сделаем здесь? American Top Team, это VersaClimber. Это прибор, который мы сделаем, работа на выносливость. После разминка, просто чтобы вы поняли, мой ученик уже тренировал 2 часа. Он уже сделал час физической подготовки, час Muay Thai с помощью коуча Стива Бруно. Теперь мы будем снимать. Okay? Конечно, скорость не будет так высокая, но чтобы вы видели. Очень главное здесь нужно посмотреть, чтобы было в хорошем положении. Очень можно регулировать этот как высота руки, чтобы руки и ноги были примерно нормально. И как мы это сделаем? Мы хотим посмотреть угол колена, чтобы было примерно 90 градусов. Не должен быть так прямая, не так согнута. Примерно 90 градусов, это как мы хотим. Начинаем прибор, и можно посмотреть в экране справа RPM, сколько скорость, как сказать RPM? Revolutions per minute? Это оборудование в минут. Сколько оборудование в минут? И when I say go, I want you to go all out. You ready? 3, 2, 1, go! Он сделал 256 оборотов в минуту. Это очень высокая скорость. Человек уже тренировал 2 часа. Мы хотим минимум, чтобы они делали 200-220. У нас опыт супер. VersaClimber уже используем больше 10 лет. Много чемпионов готовили. Если вы знаете Джефф Монсо, известный. Я тренировал Джефф Монсо в IHP, Institute of Human Performance. Джефф Монсо, у него диск, 3 диска. И он не может бегать, он не может, очень много упражнений не может делать на кардио. Диск, который сделал VersaClimber. Уже минуту прошел. И будем сделать новую ускорение. Здесь Филипп Линс. Позже бегает. Здесь нам чемпион PFL турнир. Он уже готовится к новой бой, который будет. Майкл, ready? 3, 2, 1, and go! Смотри, там скорость 256. Будет 3, 2, 1, time! Он сделал 10 секунд, начал максимум достиг через 5 секунд, это в принципе нормально. И мы сделаем упражнение в принципе как видео, предыдущее видео, которое сделано на Salt Bike, на Airdyne. Можно тоже сами использовать для VersaClimber. Если человек начинает, либо любитель, только 5 ускорений сделал. Если он на высшей классе, сделаем 10 ускорений. Как мы сделаем? Минимум 2 раза в неделю, максимум 4-5 раз. 4-5 раз в неделю. Окей? Сделаем еще один. 3, 2, 1, and go! All out. 247, посмотри на экран, fast. 3, 2, 1, time. Slow. Видели, что скорость начинает падать? Почему? Конечно, устало, что тренировал 2 часа. Но если ты начинаешь, это в принципе 180 оборотов в минуту, это уже нормальная скорость. Со временем пытается достичь 200 оборотов в минуту. 220, когда достигает 250, это начинается очень высокая скорость.
и держать это, в принципе, 10-15 секунд. Окей, мы будем потом объяснить больше, но, в принципе, это как используем. Thank you, спасибо. Thank you.